Администрация Калачинского района хочет купить спортивный мотоцикл за 500 000 рублей. На сайте госзакупок объявлены торги на японский байк Кавасаки. Причем приобрести транспорт намерено акционерное общество «Калачинский коммунальник». Его единственные акционеры – администрация района и города Калачинск. Но зачем чиновникам и хозяйственной организации мотоцикл? Чистить снег и убирать улицы? По словам генерального директора предприятия, таким образом компания с разрешения собственников хочет оказать спонсорскую помощь местной школе мотокросса. В связи с хорошим результатом, первыми местами в мотокроссе, было принято решение приобрести команде калачинской мотоцикл. Мы, как предприятие, принадлежащее своим уставным капиталом администрации, имеем прибыль. И можем эту прибыль, согласно решению совета директоров, распределять на покупку чего-либо нужного администрации. Вся прибыль организации должна пополнять городской и районный бюджеты. Так что это? Благой жест или сомнительный вывод средств? Мы расскажем в понедельник, 19 декабря. Не пропустите.